В Актобе расследуют обстоятельства жуткого избиения 18-летнего срочника. Предположительно, с кулаками на призывника из Караганды набросился его сослуживец. Парень в итоге попал в больницу с открытым переломом челюсти и сотрясением. Пришлось даже делать операцию и отправлять его в Алма-Атинский военный госпиталь. Фото избитого солдата разлетелось по СМИ и социальным сетям. По предварительным данным, карагандинец мыл в казарме полы. Тогда-то и случился конфликт. Его сослуживцу не понравилось замечание «дождаться, когда все высохнет». В итоге парень накинулся на дневального с кулаками. Все обстоятельства теперь выясняет военное следствие. В отношении подозреваемого заведено дело, а пострадавший, как пояснили в части, вернется на службу, как только поправит здоровье. Органы военной полиции проводятся следственные мероприятия, которые на данный момент не разглашаются. Данный военнослужащий салат срочной службы находится в госпитале город Алматы, проводится лечение, получил травму, перелом нижней челюсти слева. И поэтому факту были наложены шины, спицы.